Ну да, когда меня изначально пригласили, конечно, было очень волнительно, неожиданно, потому что лично я вырос на этих фильмах, на обучающих материалах от Коги, от Уда Квейлманса. Мой один из самых, ну я думаю, для меня самый лучший чемпионат мира — это чемпионат в Бирмингеме 1999 года, где я знаю все, там, все категории наизусть. И было очень неожиданно, но и с большой радостью поехал туда, чтобы поучаствовать в этом проекте. Это было интересно. Плюс это было в Бристоле, это была Западная Англия, там никогда не было, ну, вообще мало что знал о Западной Англии, поэтому было интересно съездить, посмотреть и побывать на этой легендарной студии. Сами съемки, конечно, проходят на очень высоком уровне, потому что ребята — это подрядчики IGF, очень профессиональные. Все было, они настолько знают дзюдо, и вот, например, подготовка к этому фильму у них заняла порядка 4 месяцев, то есть они сказали: давай, мы хотим увидеть это, помнишь ты эти схватки там. То есть я им написал, что я помню, что есть, они это все обрабатывали очень долго, постоянно были на связи: а помнишь это, мы еще вот тут, оказывается, нашли, даже, может, какие-то я уже схватки забываешь, они нашли вот здесь, это было, здесь то. Собрались, ну и очень хорошее получился, мне кажется, материал, потому что очень мы с ними хорошо поговорили, они задавали такие очень интересные вопросы про карьеру, про соперников, это было здорово. И, ну, тяжелые съемки, на самом деле, они проходили по 8 часов в день под софитами, то есть там мы 2 раза кимоно меняли, потому что просто насквозь мокрое, как будто тренируешься в бане, хоть это и показываешь. Ну и, конечно, всегда хотелось показать на максимуме, то есть приходилось врубаться. Где-то ребята тоже не понимали, приходилось им объяснять, показывать, особенно когда работали над элементами action-reaction, то есть они... Без борьбы очень тяжело поймать реакцию в отработке, это нужен либо готовый спарринг-партнер, либо это нужно делать в борьбе. Но нашли, им очень понравилось, но, к сожалению, и уже мы с ними договаривались делать даже ряд выпусков From Russia with Love, но вот пандемия началась, прям через месяц началась полтора пандемия. Мы думали вот об этом проекте, но надеюсь, в каком-то время мы вернемся к этому и продолжим, потому что у нас есть заинтересованности, в принципе, у меня как у спортивного директора тоже есть желание, чтобы в будущем наше молодое поколение могло воспользоваться всей этой большой библиотекой, то есть там есть сейчас форматы подписки, и посмотреть, поучиться, есть очень многому чему, и, наверное, тем более дзюдо как спортсменам, так и тренерам, можно учиться всю жизнь, это очень интересно. Потому что в дзюдо нет никогда шаблона, есть оно такое настолько вариативное, как, что я уж, вот, как говорят судьи, никогда не бывают одинаковые схватки, они все разные, поэтому, когда говорят, одна и та же оценка за один и тот же прием, а прием всегда разный, и падение тоже. Также и здесь, я думаю, что было бы здорово в будущем продолжить сотрудничество.